Синдемос – так называется Всемирное православное братство молодежи, созданное еще во Франции в 1952 году. Именно благодаря этой организации появился День православной молодежи, который теперь отмечается в разных уголках нашей страны. Так, по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея в городе Михайловке прошел второй епархиальный молодежный сретенский бал. Как говорят руководители Михайловского дворца культуры, здесь никогда не пустуют залы. Но наверняка эти залы давно не видели такой красоты. Лирическим вальсом открыли сретенский бал ребята из города Фролово. За ними проследовал полонез, который в России на протяжении 18 века был одним из первых танцев. Его представило на всеобщее обозрение Михайловское благочиние. Юноши во фраках, девушки в длинных изящных платьях с белой розой в руках передавали атмосферу праздника старины. Не обошлось и без конкурсной программы. В ней приняли участие представители всех благочиний. В самом начале были исполнены танцевальные композиции, а следом за ними – поэтические произведения. Справедливое жюри по достоинству оценило старания и мастерство участников. Благодарственное письмо вручается Чупериной Ольге Владимировне. Сретенский бал уже традиционно носил благотворительную направленность. В ходе акции «Выздоравливай, малыш» было собрано 11 тысяч рублей, которые передадут на лечение детишкам из города Фролово. Вообще, вспомнив о бале, мы вспоминаем всегда, как красивые платья, красивые костюмы, красивое ухаживание, красивые танцы. И вот, возрождая эту традицию, давайте вместе с вами будем следовать тем принципам и правилам, которые были в далеком 18 веке. Бал – это всегда чистота. И чтобы эта чистота пребывала в вас всегда, в ваших душах и сердцах. Всего в этот день на бал съехались участники со всех шести благочиний Урюпинской епархии.